зоопарка убирал в вольере, дерзкий зверек незаметно прошмыгнул наружу и отправился на вольные хлеба. Улетел момент, когда можно покинуть вольер, и, собственно, сбежал на самую верхушку самой высокой сосны, которая только была на территории зоопарка. Затем, как супергерой по верхушкам проскакал за территорию зоопарка, и там уже проводились мероприятия по его поимке. Но это оказалось непросто. Два дня Соболь и Марик путешествовал по парку, пугая отдыхающих своим наглым поведением. Для поимки хулигана пришлось прибегнуть к помощи профессионалов. Была включена автолестница первой пожарно-спасательной части. Сотрудники приехали на место и поднялись на высоту, где этот Соболь находился. И уже спустя некоторое время Соболь благополучно оказался в руках работников Челябинского зоопарка, внял нашим просьбам, не стал спорить и спустился с этого дерева. О своенравном характере Марика наш телеканал знает как никто другой. В один из знойных дней прошлого лета он с жалостливым видом просил у дверей воды и еды. Журналисты решили помочь сбежавшему Соболю. Пока ловили, поставил на уши весь персонал. Операция по задержанию пушистого злодея все же увенчалась успехом. Активного щенка Соболя передали в Центр помощи коням, а затем отправили на ПМЖ в Челябинский зоопарк. С тех пор прошел год. Но темперамент Марика так и не изменился. Он до сих пор хулиганит, периодически создает проблемы, но при этом остается любимым зверьком. Наталья Кудряшова, Илья Капелин, Урал-1.